Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, это великолепная игра, которая называется Super Dino Story. Разработчик написал, говорит, дам тебе ключик, поиграй, но не выкладывай то ли до 9-го, то ли до какого-то. В общем, когда видео выйдет, тогда значит можно было. This is Dino. Привет, говорит, планета Земля, это Дино. Я, говорит, здесь очень долго ждал. Я, говорит, один. Все, говорит, работает как должно. I should awaken just in time for the landing. Короче, видно, он был в кресле и проснулся, по всей видимости. Так, это начинается... О, мать моя, подожди. А как что тут... Так, си... Подожди. Ага, пауза на Enter. Удобно, удобно. Options. Так, remap, keyboard controls. Attack Z, jump X, Z, X, jet, мать моя, какой... А как назад? Видимо, только так. Да, окей, так. X. Я, короче, ничего не могу делать, по всей видимости. I'm a sign, each other. Короче, очень интересно. Пойдемте разбираться, что здесь вообще у нас в игре происходит. Бррр, короче, он мысли свои рассказывает. Ну хорошо. Джампать я не могу. Окей, пойдем дальше. Press start to enter to pause the game and access the menu. Give it a try. Я уже делал это. Так, двинемся дальше. Очень неприятные звуки в игре, просто безумие. Чем такой спилявый? They've been requesting a lot more deliveries. At least it's a simple solitary job. Хотя это шарма добавляет. Nothing is going to go wrong at this stage. I mean, в описании в Steam было написано, что это платформер на точность. Это именно то, что я люблю. Sleeping facility. Без понятия, что это такое? Пойдемте куда-нибудь. Ow, я хотел бы геймплей попробовать. What's in my freaking office? Who the heck are you? Where am I? What's going on? I am Mr. Falco. You are not welcome in my freaking office. As punishment, I will have to fight you like a man. Говорит, из-за того, что ты ворвался ко мне, надаете по заднице как мужчина с большими яйцами. And actually tread on it. Not even a bird has been able to reach such a height. Бесполезно, мужчина слишком много трёпа, слишком мало дела. Jump on the top of my head and kill me. However, I have freaking stomped on many levies, many sluggies, and many a many monsters in my history. Allow me to prepare my special attack. In ancient time, they used to call it a massive posio. An ancient tradition of slaughtering freaking office intruders. Короче, сратый голос — это, видимо, фишечка этой игры. Ну, оригинально. Невероятно много бесполезных диалогов, которые, что самое важное, невозможно скипнуть. Я бы уже к геймплею хотел перейти. А, здесь все валит на меня как это контент. Окей. What? You don't believe me? You do not have a chance of beating me unless you can jump on my massive freaking head and actually tread on it. Ну я понял, что нужно прыгнуть, но мне игра не дает управления. Even a sluggy can't even jump on the top of my head and kill me. However, I have freaking stomped on many. Не могу слушать, дамы и господа. Many sluggies and many many monsters in my history. Все кнопки нажал. Allow me to prepare my special attack. Так он по кругу говорит. Может, мне надо джойстик подключить? A massive puzzle. Дамы и господа, всем джойстиком тыкаю, ни одна клавиша не работает. То есть я могу двигаться, могу крестовину двигаться, но я, к сожалению, не имею возможности прыгать. А потом меняется управление, да. Слушайте, я даже... А, нет, могу. Может быть, не имеет смысл... Jump? А, я даже управлять не могу. Ну, то есть... Может быть, я не разобрался... Мап? Ух, ничего себе, огромная карта мира. Так, Extras. Человек Рубина. Russian Outlaw. Давайте вот этого. Save Point Retry. New Game. Hide Gyu. Ага, Soundtrack. Remix. Original. Давай Remix Back. Play. You don't believe me. Слушай, ну он не прыгает, ребят, ну... У меня, конечно, игра на русском стоит, может быть. В этом проблема. Нет, слушайте, я даже... Слушай, я вот не обломаюсь. Чё? Я... А, я, короче...
перезапустил игру нечаянно на R. То есть на R ты... Серьезно? На R ты релоудишь вообще всю игру. Короче, давайте я попробую выйти из игры. Взойти в этот невероятнейший, увлекательнейший продукт. И попробовать еще поиграть. Я, понятно, теперь у меня игра на пол экрана. Вот она. Короче, вы же понимаете, что я в это играть не буду, но чисто ради того, что разработчик предоставил ключи попробовать в этот проект поиграть, я, конечно, попробую. Сейчас я запустил игру на английском языке, но опять ничего не происходит, слушайте. То есть я не могу прыгать. То есть ни на джойстике, ни на клава мыши, ни вверх, никак вообще. Никаким бы то ни было образом. Могу флексить, как лунную походку. Просто вы понимаете, я как бы, ну, взял ключ, я чисто со своей вот совестливой стороны не могу не выложить видос, хоть какой-то, хоть максимально бесполезный, но по факту это так и получается. Но я не могу победить управление в данной игре. Игра вроде выходит вот на днях, но вроде были ранние версии, и как-то все очень странно. Вот смотри, я ж пытаюсь. Why? What is going on? Options. Remap. Не могу. А, подожди, смотри, я-то могу. Jet, что такое Jet? Давай T. О, смотри, можно понять. Jump на пробел. А, короче, нельзя, окей. Так, допустим, на W. Save. Говна вот тот, кто делал этот интерфейс. Просто баран. Простите, я сорвался. Я искренне хотел быть уравновешенным в этой игре. Но я сорвался. Потому что баран-разработчик не мог по-человечески ничего сделать. У тебя есть escape. Много миллиардов лет люди, геймеры, играют и наслаждаются тем, что могут поставить игру на паузу при помощи escape. Зачем изобретать велосипед и давать возможность управления через Enter? Окей. Так. А, подожди, так оно... Подожди-ка. Я же W поставил. Сейв. Слушай, ну это просто звезда какая-то. Окей. То есть... Не, он все равно и прыгает, ребят. Ну я искренне как бы... Хорошо, подожди, я понял, что могу уйти от... Я на джойстике пойду. Может быть, мне не дали этой способности еще? Это забавно, то, что он говорит. Я бегу и периодически все кнопки пытаюсь прижимать. Ну я не могу, нет возможности. Ага, вот, начинается введение, хорошо. Справа сверху у меня мини-карта, мать моя, более всратого решения, я не знаю, кто мог бы придумать. Видимо, короткие дороги даже есть продуманы. Ничего себе. А где я? Ага, отлично. Я не могу прыгать, я все еще не могу прыгать. Ого, ничего себе. Ой-ой, неожиданно. Мать моя. Whoa. Was that Pallid? Well, I guess I could visit him after I figure out how to jump. А, слушай, он реально типа говорит, я не знаю, как джампать. Какая-то статуя Полида, я бездарно потратил несколько секунд. Здорово, отлично, сделаем это еще раз. Большинство звуков настолько не подходит к игре, настолько резкие, настолько давят по ушам, что я не представляю, как разработчик мог сделать такое. Ну, окей. What rather unsettling creatures. Я их могу собрать, может быть? Я ему по голове дал. Допустил ему на лицо. Хорошо. Ау. Все, две хпшки. Немного. Я даже в меню не могу использовать кнопку B, чтобы нажать «Выбрать назад».
И экстра отбитый человек создавал это управление. Я попытался поменять управление, разработчик не дает эту возможность. То есть это просто изверг какой-то. My ship has been completely destroyed. Не могу поднять. And it's absolutely teeming with sluggies. Ah! This looks like the work of Khalid. I must find him and see what's happened. Так я что-то выложил. Oh no! It's a mega sluggy! Make a run for it! Так что он начался? Кто мог это предсказать? Я не знаю, как его победить. Прыгать я не могу, мне надо сюда куда-то идти. А, я ему на лицо могу прыгнуть, красиво. Наконец-то. Какие ублюдские звуки, разработчик, ну что у тебя с головой? Зачем ты такое сделал? Можно же было сделать великолепное озвучание. А ты решил прям пописать в уши тем немногочисленным людям, кто, возможно, будет играть в эту игру. Ты исчезнет? Нет, просто фиолетовая штучка-дрючка, окей. Вот маленькие зайцы. Слушайте, времена Дэнди, Сеги, прям такие флешбеки. Прикольненько. Не прикольно то, что не всегда понятно, куда ты можешь пройти, а куда ты еще не можешь пройти. Тут как бы... И опять же, хотелось бы на одну кнопку делать карту, а не на несколько кнопок делать карту. Че там за слаги? Что-то на английском написано, я, к сожалению, плохо английский знаю. Блин, джойстик садится, печальные новости. Ничего себе ускорился. Как чемпионка. Только надо было наверх идти, по всей видимости. Давай сделаем это. Так, стонут неожиданно. Противники, которых я побеждаю. Так, ну я вернулся к разбитому кораблю. Ради чего? Абсолютно не понимаю. Но теперь, благодаря силе прыжка, я могу делать всякие вещи. А, макс хп это увеличивает. Ничего себе, полезно. И экстра полезно, дамы и господа. Но я все равно ничего не могу дальше сделать. Я могу только вернуться. Ой, какой хитрый. Переиграть. Ой-ой. А, это бублик я взял. Ничего себе вкуснятина. Это что такое? Это сила луны? Jump Hate Increased. А, слушайте, ну по всей видимости это платформер Metroid 2, не, насколько я понимаю. То есть я теперь взял новый экстра бонус, я теперь могу супер-мега-убер-пупер-джамп делать. Что, несомненно, интересно. И дает мне, открывает новые горизонты. Вот. Я, наверное, должен быть рад этому, но я что-то не очень рад, к сожалению. Просто до конца не помню, где я был, а где я не был. Да что ж такое? Да что ж такое? Ох уж эти ваши платформеры на точность. Да убить их, наверное, чтобы они мне не мешали, эти позорные кролики. Никогда не любил кроликов. Если только есть. Ху-ху-ху. Осуждаю поедание кроликов. Короче, дамы и господа, давайте, наверное, на этом великолепном моменте мы закончим. Я думаю, основную концепцию мы всецело смогли понять. Буду очень рад почитать ваши комментарии. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте в хорошие игры. Если что, можете подписаться на группу ВКонтакте, Телеграм-канал. А если кто-то хочет поддержать материально, для этого есть Boosty. Там иногда уникальный контент, подкастики, всякий лайв-формат. Всем добра, удачи, играйте в хорошие игры. Но не в это. Ну, хотя кому-то, может быть, понравится. Может быть, я не прав. Может быть, я не... Ну, понимаете, как...
Сомелье, он бывает с утра встает, у него, как бы, знаете, как кошка во рту пописала. Вот, и сомелье не может полноценно прочувствовать весь вкус игры. Возможно, и я сейчас, но просто не смог распробовать данный проект. То есть, стилистика прикольная, выдержана в одном стиле, это здорово. То есть, под олдскул это здорово, весело, задорно. Звуки, блин, такие всратые, такие уродские. Опять же, скорее всего, они стилизованы под всякие сегашные тогдашние, когда вот, ну, знаете, вот эти диплодоки там, вот, ну, не знаю... Австралопитекские времена, очень давно, когда это было популярно, чтобы у больших дядек, кто мы там, на 30-40 лет, у них, короче, это, ностальгия в попе заиграла, когда они услышали это. Опять же, баланс звуков срат, то есть вот эти звуки настолько сильно возвышаются над общим фоном игры, это просто безумие. Неужели никто разработчику не сказал, братишка, я, конечно, понимаю, я могу в настройках пойти и сам это все прикрутить. Камон, если у меня нет необходимости записывать, там, равнять звук, я хочу наслаждаться продуктом, а здесь я вынужден, ну, типа, идти громко сделать. Ладно, с этим тоже можно жить. Но в остальном, опять же, если вам нравится Metroidvania и платформеры, то, наверное, вам зайдет. В любом другом случае, ни в коем случае не играйте в эту игру, потому что сомнительно. Но, опять же, вдруг вам зайдет. Как-то так, всем добра. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.